Навуковые инновации, идеи по энергосбережению, информационные технологии – усяго 30 проектов у 10 номинациях. Большая сёлета мае социальную накированность. Цікавость до некоторых идей потенциальные инвесторы проявили уже подчас знакомства с выставы проектов, яшчэ до их презентации. Один из таких – инноваций у сферы регенеративной медицины. Было приятно увидеть один из проектов, посвященный медицинской тематике. Выпускник нашего Гомельского медицинского университета считает, что на сегодняшний день вот эта сфера, она у нас практически пустует. Для себя, для администрации технопарка мы уже давно поставили цель активизировать, что ли, эту работу по сотрудничеству с такими талантливыми ребятами, которых мы сегодня увидели здесь. Мы постараемся как-то предоставить им какие-то всевозможные механизмы поддержки, чтобы вот этот бизнес был упрощен. Экспертная комиссия оценивала новизну идеи, экономичное обгрунтование и махчимость реализации у массовой вытворчести. До гэтага журы аб'ехала амаль усе вобласці, і Гомельшчына стала перадапошнім крокам на шляху да фіналу, які адбудзецца ў студзені наступнага года. Факты в том, что молодые люди стремятся что-то усовершенствовать, что-то придумать новое, что-то даже изобретать, поэтому за этим делом будущее. Представники улады, бизнес-асяроди, студенты, молодые навукоўцы у гэты день провели открытый диалог и проанализовали шляхи развития молодежного предпринимательства и инновации. Дарэчы, некоторые из гэтых шляхов провели до великих вершинь. Проект «Студии до Беларуси» он развивается, набирает уже такой более, наверное, большой масштаб. Мы вышли на уровень конкурса СНГ, «Студии для СНГ» проходит. И сегодня, после утверждения программы социально-экономического развития, именно проект «Студии для Беларуси» реализует 5 основных направлений. Сярод іх прыцягненне інвестыцый, інфарматызацыя, экспарт, занятасць і, безумоўна, падтрымка таленавітай моладзі. Так, маладыя беларусы за гады конкурсу паспелі прыцягнуць гранты Сколкава, Кока-Колы і іншых буйных сусветных кампаній. Дзякуючы іх ідэям сёння з'яўляюцца новыя рабочыя месцы, а прадукцыя, створаная на беларускай зямлі, ідзе на экспарт у Расію і Казахстан. Дарэчы, сёлетнія ідэі гомельскай моладзі эксперты ўжо зараз бачаць у ліку лепшых праектаў фінальнага этапу. У Мінск з Гомельской области накируют 6 распрацовок. Это проекты у сферы био- и наноиндустрии, фармации, медицинских технологий, будовництва и промысловости, социальной сферы, а так само экологии. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».